Ребята, всем привет! Это канал Юрганов Лайф. Меня зовут Иван. Друзья, сегодня ходили за грибами, за опятками. Насобирали полную кучу. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот сколько. Крупненькие переростки. Эти грибочки, друзья, самое то, чтобы сделать грибную икру. Грибную икру можно сделать и из любых грибов. Из белых переростков, больших таких, да, маленькие мариновать, а большие надо на икру. Можно из лисичек сделать, из маховиков. Но, друзья, самая вкусная икра — это из опят. Грибная икра. Там, где чесночок, там, где морковочка, перчик, лучок. Все это пережарено на сковородке, друзья. У меня уже слюнки потекли. У вас, я думаю, тоже. Поэтому давайте немедленно приступим. Я вам покажу рецепт, как изготовить, вернее, не изготовить, как приготовить самую вкусную грибную икру из опят. Что для этого надо? Для этого надо сами грибы. Итак, говорю, что вот такие крупные грибочки опята. Конечно, можно и маленькие, но не стоит. Вот они, грибочки опята. В чем прелесть крупных этих грибочков? В том, что у них ножка, она такая жесткая, твердая. И сами шляпки тоже твердые. То есть после того, как мы их сварим, отварим, вся и перекрутим на мясорубке, вся эта масса будет хрустеть. Хрустеть прям как, наверное, икра рыбы. Как бывает, такой хрум-хрум-хрум-хрум. Как морковка будет хрустеть. Вот в этом и будет прелесть. Итак, друзья, грибы подготовили, то есть насобирали. В данном случае уже даже перебрали. Убрали грязь, помыли от земли. Все, теперь дальнейшее наше действие — это ставим в кастрюлю и будем их закидывать в кастрюлю и варить. Закладываем грибочки в кастрюлю. Кастрюлю на огонь, на максимальный. И вода закипит, и будем варить 10-15 минут. Маленький такой, друзья, лайфхак, что в процессе варения грибов, грибочки увариваются. Соответственно, мы будем время от времени их подкладывать. И пока грибочки наши опята закипают в кастрюльке, мы подготовили морковочку и лучок. Это необходимо для грибной икры. Сейчас все это натрем, порежем. Добавляем еще грибочки, так как те уже уварились и опустились на дно. Таким образом, за раз мы можем много сварить опят. В общем, все грибочки мы положили в кастрюльку. Был целый тазик, они уварились, и уже вода закипает. Соответственно, можно и посолить. На данную кастрюльку добавим сейчас 2 ложечки, ну, пару ложечек столовых соли. Все, немножко перемешаем и оставляем варить на меньшем огне минут 10-15. Итак, грибочки уже покипели 15 минут. Сейчас мы перемешали и будем откидывать на дуршлаг. Друзья, все, грибы уже откинули на дуршлаг. Вот они ждут своей участи.
а мы подготавливаем мясорубку. Для икры я использую крупные отверстия, вот такие. Но если у вас нету, я обычная, стандартная, тоже подойдет. Но я буду использовать вот такую насадку. Итак, теперь начинаем перекручивать грибы. Итак, грибы перекрутили, дальнейшие наши действия — это пассирование лука и морковки на сковородке. Включили конфорку, поставили сковородку, добавляем масло, сковородка раскалится, и после этого добавим лук вместе с морковкой, будем пассировать. Добавляем лук. Лук стал полупрозрачный, а теперь можно добавлять морковку. Это и делаем. Добавляем масло. Лук с морковкой пропассировались, а теперь добавляем перекрученные грибы. Таким образом, друзья, грибная икра скоро, буквально скоро будет готова. Добавляем перец по вкусу, друзья. И сразу соль. Теперь 10 минут еще пассируем, и икра будет готова. 10 минут прошли, поэтому сковородку снимаем вместе с нашей икрой и даем время остыть. Друзья, все, икра почти готова. Обязательно ее перед тем, как добавить чеснок, а сейчас мы будем добавлять чеснок, охладить, остудить, чтобы сковородка была желательно холодненькая. Итак, добавляем чеснок через чеснокодавку, выдавливаем. В нашем случае на такую сковородочку будет 3 зубка. Тщательно перемешиваем, чтобы чесночок у нас равномерно распределился по всей икре. Потому что чеснок здесь чуть ли не ключевая фигура, друзья. Итак, перемешиваем. И вот, друзья, теперь, положив в тарелочку, у нас получается икорка грибная самая вкусная. Вот такая. Украсили укропчиком свеженьким. И, друзья, все замечательно. Вот, друзья, буквально несколько минут затрат, а трудовых, финансовых, времени по сбору грибов, и у вас появляется икра, грибная икра. Самая вкусная икра — это, друзья, изопят с морковочкой, с лучком, с чесночком, с перчиком и с солью. Друзья, это был канал Юрганов Лайф. Меня зовут Иван. Приятного аппетита. Пока.